Так, привет, друзья. Это примерно 1500 какой-то фильм. Предыдущий все-таки свою роль сыграл. Я учил вас, еще буду учить, как отличать настоящих плодопитомников от плодопитомников, которые фактически стали перекупщиками южных саженцев, которые не выдерживают наш климат и погибают по принципу 100 из 100, 1000 из 1000. Вот, а счет обобранных таким образом россиян миллионы, а потери миллиарды. Только потому, что эти саженцы не могут жить в Сибири, Урале, Дальнем Востоке, в севере России. Ну, разве что на крайнем юге России. И вот я сейчас, создав огромное количество статей, фильмов, имея в виду уникальнейший сад, он настолько уникален, что его фотографии с этого сайта используют уже по тут уже те, которые уже как бы вычислены, присвоили эти фотографии, считают своими, под этой маркой продают южные саженцы, а потери финансовые и моральные несет Железов Валерий Кристинович, ваш покорный слуга. Смотрите, где берут, откуда эти самые. Вот это мой сайт, да, сайт Садового Железа, найти легко. Вот только свеженькие, вот с этого момента их перестали присваивать. Нет, эти еще присваивают. Вот, начинали с 2007 года. Так, и эти присваивают. Это отдельный разговор. Вот видите, сейчас мы будем говорить про этот самый, про сады Урала, там увидите. Вот, и так далее. А потом прекратилось это только тогда, когда у меня появился логотип. Но это последние годы. Вот. Причем этот логотип легко обходят. Отрезают слово «железо» по-английски и все. Теперь, как получилось? Один из первых откликнулся вот этот вот сайт. Вот он. Смотрите. Вот, значит, я не имею права морального показывать переписку. Пришло такое письмо. Мы, вот именно вот с этого сайта, пришло письмо. Мы готовы к конструктивному диалогу. Сообщите, какие ваши фотографии присутствуют на нашем сайте. Я решил показать это публично. Почему? Потому что я не нашел. Это будет урок. Урок не только для тех, кто... Я не сказал, что они... Это, не дай бог, есть закон о клевете. Не. Я не сказал, что они занимаются перепродажей саженцев, а выращивают свои. Но, тем не менее, есть такое выражение. Серебро нашлось, а осадок все-таки остался. Давайте посмотрим, откуда он берется. Итак, абрикос. Я нажимаю на абрикос. И мы видим вот эти фотографии. Так сразу же бросается в глаза моя фотография. Я им потом отправлю этим самым. Они готовы к конструктивному диалогу. Посмотрим, в чем он выразится. А, письмо, кстати, мне переслал мой юрисконсульт Павел Троценко. Вот. Он, часть переписки идет через него, потому что я просто тону. Ну, как бы технический секретарь. Вот. Переписку показать не могу, но слова конструктивный диалог там есть. Смотрим. Вот это вот. Моя фотография. Вот. Почему я считаю, что она именно украдена? Видите, что здесь написано? Сад Урала. Сад Урала. Его присвоили название. А украли ее. Есть, бывает, берут. Есть такое понятие в открытом доступе. Да, взяли. Теперь скажете, а это же не ваш, Валерий Константинович. Это мы, это вы у нас украли, вы нас позорите. Это мы на вас суд подадим. Смотрим внимательно. Вот. И так как вы попросили оригиналы, давайте смотреть оригиналы. Так, внимание. У меня есть такая особенность, которую вам никак не обойти. Вы отрезали эту линейку. Смотрите внимательно. Видели, как вы сделали? Смотрите, сюда. Да? Посмотрели? Вот так вот отрезали.
Я еще понимаю так. Ну хорошо, допустим, это ваша фотография. Допустим, вот она. Вот. А линейку, получается, откуда взялась? Представим себе, чтобы клеветать на вас, железо взял, вот, и вот эту линейку присобачил, видели? Взял и присобачил, вот, и теперь предъявляет права. Нет, ребята, на этой можно нанести этот самый, как же начался, этот самый логотип, но на этой можно. А вот на этой уже убрать его я бы не мог. Так, разобрались. Это еще начало разговора. Вот, это начало разговора. Теперь мы возвращаем, как оно было. Так, на место. Смотрим дальше. Это запомни номер раз. О, где-то эту фотографию видел. Правда, без линейки. Так, вот. А давайте, знаете еще, как я делаю? Это же учеба, я же для всех. Я сейчас... А, кстати, тоже логотип. Ничего себе, нормально. Я беру и найти изображение в Яндексе. Вот. Я понимаю, все-таки первичная моя фотография. Сейчас я вам ее покажу. Но я почему прикалываюсь? Видите? Смотрите внимательно. Вот это вот. Столько сайтов претендует на то, что это их фотография. Да? Поняли, да? Вот, претендует. Вот. И я претендую. Итак, логотип стереть нельзя, но логотип нужно нанести. Давайте смотреть, а где же все-таки первичная фотография? Внимание, где-то я такую фотографию видел у себя. О, Серафим Железова. Посмотрели? Теперь внимательно поглядите. Вдруг бывает такое удивительное сходство, невозможно его это, никак различить. Вот, удивительнейшее сходство. Так. Теперь смотрим обратно, там, где с логотипом. Смотрим на вашу. Нет, не сюда. Назад возвращаемся. Вот, вот она. Ну, еще чуть-чуть возвращаемся. В общий строй. Вот она, видите? Вот. Вот так вот получается. Еще одна. Причем, единственное, что не обманули, это правда Серафим? Правда? 420 рублей. Интересно, это... Обычно рекламщики сколько берут? Это скажу вашего саженца, сколько бы я имел. Ладно, посмотрели. Все, два абрикоса нашли. Внимание, возвращаемся. Смотрим теперь, ну, например, например, вишневый черешня гибрид. Тут мои я не нашел. Знаете, почему я это сейчас просто хочу показать? Ведь согласитесь, что черешня редкость и даже дюки редкость. Я нажимаю это, фотография к ней никакого отношения не имеет. Я просто хочу посмотреть, сколько же их в этом. Смотрим. Смотрим. Вот столько людей, то есть кто-то один сделал эту фотографию, не я. Но столько людей, это, так, кстати, плохо видно же, ой-ой-ой, чуть не опозорился. Сначала. Вот. Вот столько людей, вот столько сайтов, претендуют, что это они сделали. Один сделал, остальные халтурщики. Назвать более грубое слово, ну как-то это. Видели, что делается? Короче, объясняю популярно. Поняли, да? 50-100. Смотрите дальше, что получается. Итак, не буду называть фамилии, не буду ничего пока. Я просто объясняю. Вы поручили компьютерщику, так? Чтобы он сделал вам сайт. Кто-то подсказывал, говорил, давайте так, дюки, давайте. Когда набрали слово дюк, фото, первое слово фото, второй дюк, выскочили вот эти фотографии. Неважно, Железова, это не Железова. Но увидели огромное количество. Просто даже не задумываясь того, что у вас его близко нет, именно дюк кормилица. Вот. Тем более, кстати, вы же заметили, что вы присвоили, переименовали, то есть... Ну, скромное слово, Маша, нет, не надо. Опять это самое, непонятно потом, кто с кем судиться будет. Идем дальше, плодовое растение. Вот, пока мы обнаружили два. Вишня. Смотрю я внимательно и так удивляюсь, нету моей фотографии. Ах, тут еще есть целая подборка. Ах, тут еще, а, вишня называется Быстринка. Эту вишню... черенок. Я срезал, извините, на Украине
Херсонская область, Береславский район, деревня Змеевка, в саду моего деда. Вот. А вы его назвали Быстринкой. Вот. А у меня официальное название есть, это Жуковская, можете поискать в интернете. Ах, это не мое, скажете вы, ладно. Меня начинают злиться вот из-за этого, смотрите. Вот, сейчас. Я заранее приготовился к этому. Так. О, Вишня Жуковская железо. А теперь давайте смотреть. Вы ничего не замечаете? Вот и вот. Слева-справа. Не, одинаковое? Вот в центре маленькая дырочка, видимо, тут сюда. Это оса пила сок. Вот и вот он. Но дело-то не в этом. Вы у меня на многих фотографиях, моя фирменная линейка, вот и наверху. Ее опять отрезали. Теперь, какая первичка, кто у кого это, как говорится, это, дубинку украл, есть такая поговорка. Итак, третью нашли. Сомнений есть? Сомнений нет. Вот. Если есть, пожалуйста, подавайте на меня в суд, потому что это все выйдет, попадет в интернет, а чтобы дальше вы догадываетесь. Ладно, итак, с вишней разобрались. Это была третья фотография. Груша. Ой, не помню. Давайте там, где я помню. Слева. О, слева я помню. Что здесь с моей фотографией? Смотрю я на эти сливы. Ой, какие красивые. Ой, какие красивые. Так, что ты тут хотел мне? Ага, ладно. Так. Ну, вы уже догадались, что все эти фотографии взяты из интернета. Проверять будете, а? Я даже не боюсь, что за клевету попадет мне. Вторая страница. Слева. Так, ну как же так, даже обидно. Лучше этот сад в России, и вдруг... И не одна... Ой, нашлась, вот она, смотрите. Слива якобы века. Опять, посмотрели, опять логотип. То есть это она не просто присвоена, она украдена. Она теперь не моя, она теперь ваша. А вы знаете, что у меня уже был случай, когда меня плагиате обвиняли? А вы знаете, это самое, господа из этой фирмы, что меня, это самый крупный этот журнал России отказывался печатать, сказал, что извините, это не ваши фотографии. Меня, Железова. Что, приятно мне было? Найти это изображение в Яндексе. Посмотрим, сколько претендует на это изображение. Вот слева Вега, вот она. Ну-ка, я тут есть или нет? Товары, сады Урала. Вы, да, есть. Есть. А Железова нету. Вы сейчас скажете, ну, значит, это похожие фотографии, и вся причина в этом. Я специально прикалываюсь. Итак, фото 2007, 8, 9, 10 года. Вот попробуйте мне сказать, каким образом у меня, а это все восстанавливается еще и на каждой... этом фотографии есть характеристики, там, фотоаппарат, прочее. Вы можете спокойно сказать, что хоть тут-то вы не правы. Похоже, не похоже. Давайте-ка я ее сейчас найду. Давайте-ка я найду сейчас. Ой, только бы время много не потерять. Не потерять. Потом следующее будет вот это, вот это вот. Это будет следующее. Вот, слева. А мы еще до нее дойдем. Сейчас. Так, ну, память у меня всегда страдала, но не до такой степени. Нет, не до такой. Вот, сейчас, минуточку. Сейчас. О, ну теперь скажите, что это не она. Итак, вот это оригинал. Приглядитесь, какие-то особенности. Вот паучок на ней. Вот. Вот тут белое пятнышко слева, а сверху вот тут такие белые крапинки. А давайте посмотрим на вашу. Вот он паучок, вот он белый, вот это, вот это. А там обрезали. Кстати, из-за того, что режут, берут одну половину фотографии, вторую. На самом деле моих больше, я просто доказать не могу. Потому что там надо специальную экспертизу, если ребята умеют, но я не умею. Надо будет, этот Троценко, юрисконсульт мой, он сделает. Итак, посмотрели. Четвертое. А это еще не все. Нет, не все.
Вот. Это пока слева. И дальше ищем, ищем, ищем. Здесь две есть точно мои, доказать не могу. А вот, ну почему? Отрезают кусок. А вот это уже точно. Опять сады Урала. Да вы что? Показать вам оригинал? Еще раз говорю. Вы можете на моей фотографии нанести, как называется этот, логотип. Локоть рук. А обратно я стереть не мог. Она у меня просто вот тут вот, вот, вот она, вот тут вот, вот, сейчас покажу. Вот. Теперь скажите, она или не она? Видите, какой я смелый? Да, бывает похоже. А знаете, чем она отличается? Вот, видите, вот это вот, это самое, веревка такая, ну, в этом, в оболочке. Почему? Потому что я прекрасно помню, что она собиралась падать, ветка, и я ее подвязал, вот она, вот она. А так, чтобы и вы не сговаривались, тоже вот такую сделали веревочку. Вот, абсолютно стопроцентно похожую. Это исключено. Вот это уже пятая. Это те, которые я по-быстрому, потому что меня зло взяло. Ну, мягко говоря, меня взяло зло. Вот так. Теперь мы с вами опять попадаем сюда. Сюда. Вот. И... возвращаемся вот сюда. Вот это плодовое деревья. Это все вы. Я ничего не путаю. Я еще найду яблоню. Эту яблоню я долго искал. Тут яблок сортов много, видите? Вот. Я листал, листал, листал. Вот четвертая страница. Листал, листал, листал. Пятая страница. Я листал. Нет, это надо быстрее тогда. Где-то примерно восьмая, десятая. Восьмая. Дело в том, что мне даже обидно. Почему в самый конец засунули выдающийся сорт? А? Даже обидно. Оно должно быть на самом первом месте. Знаете почему? Потому что вес 500 грамм. Вот. О, вот она. Итак, оказывается, что есть розоватая зимняя. Ведь фантазии-то ни хрена у вас нету. Вот. Нету. Розоватая зимняя, посмотрели, действительно розоватая. Правильно, она, знаете, как правильно называется? Голден железово. А почему? Его в природе нет. Он только в моем саду есть. Но фотография разошлась. Смотрим сюда. Доказательства нужны? Еще будем? Внимательно смотрите на это яблоко. Могу увеличить. Вот. А интересно, еще кто-нибудь свистнул? Давайте найдем в Яндексе. Смотрим. Раз, два. Нет, даже обидно. Ну почему его так это? И опять что получается? Видимо, что-то тут делается так, что оно становится не похожим на самое себя. Но вы-то попались-то как? Единственная в мире линейка, вот она, видите? Вот она единственная, одна на планете. И как вам было это самое, как сказать, сейчас... А, вернемся, может, тут заретуширую как-то? Нет, не это. Так, сейчас, извиняюсь. Ага, вот сюда нажали, вот она крупным планом. А, вот, и вот на чем вы попадаетесь? Линейки-то тут нету, и логотипа нету. Помните, как в анекдоте? Вот они, пальчики, вот они. А теперь только ее же увеличиваешь, смотрите, ваши же, вот сады Урала. И вдруг и логотип, и линейка. Ну что, показывайте оригинал, или достаточно того, что линейка здесь? Нет, покажу. Впереди еще, о, какие разборки. Смотрим сюда. И линеечку сейчас увидим. А как вы думали? Все увидим. Все увидим. О, Голден железово. Пожалуйста. Она нет. Ну, смотреть в глаза. Она? Или не она? Так, схожесть не 99, 100%. И линеечка на месте. Ну, подрезали. Ну, сплоховал ваш этот, объявите выговор, лишите премии того, кто эти делал. Теперь смотрите, вы меня попросили, поняли, да, господа с этого, с этой фирмы, где она тут, вот она. Вот, я сейчас дважды, может быть, потому что кто-то вам позвонил, откуда взялась сама, вдруг узнали, что вы, оказывается, присвоили чужие, вы брали все подряд. На них не было написано, что они железовые. Не было логотипа. Выбрали все подряд. Вот. Где-то линейка выдала. И
А у меня сейчас тысячи поклонников по всей России, даже по всей планете. Это они сейчас мне присылают и говорят, а это Олег Алексеевич, еще один. Мы сделали... Дело в том, что вы – это часть огромной, страшной системы. Вот, дикой, страшной. Вот как бы сейчас вам показать, еще у меня выключится, а сам отключится этот самый видеокамера через 8 минут. Смотрите, сейчас я попробую это сделать. Как? Сейчас. Ой, я, правда, это не готовился, но попробую. Компьютер. Архив уникален, один на всей планете такой. Вот, не зря у меня это столько... Итак, чушь. Вот это вот. Фотографии, которые разошлись. Настоящего сада. Не снарисовано, как у этих самых, у Беккер и прочих. Вот. Не с чужими фотографиями, как вот ваша. А вот это вот, сейчас увидите. Ага. Фото сортообразцов клонов в чужих садах. Здесь все, что из моего действительно плодоносит, включая персики, в чужих садах. Вот. Пример вот такого. Хотите его украсть, пожалуйста, вот берете вот так, вырезаете вот эту руку, да, и пишите, значит, абрикос Урала, и это самое, и логотип свой, пожалуйста. Вот. Теперь, вот это вот, конец разговора, дело не в вас, не только в вашем. Знаете, сколько вас? Есть такой человек, это главный, не я главный враг, это на него подавайте в суд. Его зовут Алексей Виноградов, он живет в Сызрани. Он прекрасный компьютерщик, и он умеет то, чего я. То есть там на самом деле моих фотографий больше, чем 6. Я их не могу идентифицировать, не умею. А он каким-то образом берет, смотрите, как он делает, каким-то образом находит, идентифицирует вот это. И теперь смотрите, внимание, каждый маленький квадратик такой, это сайт. Он сделал подборку и сделал как бы это, обвинительный приговор для всей системы купли-продажи России. Здесь их, вот смотрите, раз, два, сотня штук. Вот они мои персики, вот они мои клоны, сливы. Хотите, ваши покажу? Все и запросто. Вот. Не лично, нет, не ваши, а то, что у меня, вот, ладно, так отвлекаться не хочется, смотрите внимательно. Вот это вот, а, нет, не отвлекаюсь. Вот это вот, их уже около 100. На чужих сайтах. Вот видите, вот она, два, три. Они просто так, как маскируют или как? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, 14. Ну и еще пошли. Так вот, они потому что их мимикрируют. Вот так вот, дайте как лист бумаги. Ну как, сейчас покажу. Сейчас покажу, там, допустим. Вот. Видите, книгу какую великолепную написали. Она вот так вот. Они как-то умудряются эту фотографию сделать вот так. Ее уже не признает компьютер, то есть этот, интернет, и считает за оригинал. Вот. И когда я это схватился за голову, он одномоментно обнаружил их 100 штук. Или почти 100. То есть кроме двух-трех. Вот они. Их это сосчитать, да, действительно 100 где-то. Вот они. Это, понимаете, господа, с которыми я сейчас как бы разговариваю, вы часть этого бедствия. Почему? Я не нашел и о них. Они-то понятно. Ну вы, а вдруг вы скажете, просто нет, да, мы виноваты, вы нас поймали за руку, давайте мириться, давайте как-то компенсируем. Но дело-то в том, дело гораздо шире. Где, откуда дровишки? И в результате получается, что это только часть маленькой, огромной проблемы, что миллионы саженцев идут оттуда, с юга, и запада, на восток и на север, и все это умирает, садов нет, и никто за это не отвечает. То есть я беру шире, я вам показал этих, сколько их тут, одномоментно их сотня. А это было несколько лет назад, и с тех пор это все до бесконечности, я их нахожу где угодно. Вот практически любой нахожу. Если там нет моей фотографии, я так удивляюсь, и еще добавляю от себя, думаю, ну тогда я просто нажимаю, похоже, в Яндексе, и вижу, что нету в Сибири ни одного черешневого сада, нету.
Я беру то, что я знаю. Вы на Урале, поэтому я вас в сторонке оставляю. Нету ни одного персикового сада. Нету таких плодов, как у меня вот на этом сайте. Нету, понимаете? В общем, беда-то. Вот. Вот этого нету в Сибири больше. Вот такого вот. Вот такого вот, вот такого вот. Вот. А все сибирские десятки плодопитомников забиты этими же фотографиями, включая моими. Вот эти все подряд, все подряд, все подряд. Вот это вот, я специально, смотрите. Это вам покажу, чтобы вы в другой раз не попадались. Я знаю, что вас не перестроишь, вас не пере... вам кушать хочется. Найти изображение в Яндексе. Это моя оригинальная фотография. Смотрим. Вы представляете, сколько подкупили людей? Уже здесь купили это, десятки тысяч людей благодаря моей фотографии. А ведь вы думаете, так все просто? Вот. Умножим теперь это. Дальше. Да вы уже саму принцип поняли. Теперь я обращаюсь ко всем людям. Увидели, как говорил Казма Протков, увидел черта, не верь глазам своим. Не верь. Вот. Потому что это вот и то умудряется отрезать. Вот это, одна рука, на ней написано, что она моя. Вот эта фотография с линейкой. Вот эта фотография, вот это, сейчас только показывал. Вот эта фотография с линейкой. Вот. Это все в открытом доступе, и все стало этими самыми, чужими. А я теперь, вы что думаете, просто так я это? Чтобы меня главный редактор, крупнейший, я уж не буду называть, газеты России, плагиатор все обвинил. Он-то тоже не дурак. Он тут же это увидел на ваших же сайтах, на вашем еще, на десятках сайтов увидел эти же фотографии. Почему он должен мне верить? А для меня это плевок в лицо. Это моя жизнь, понимаете? Это здоровье, это горе, это слезы. Это самое. Тут нет фотографий сгоревшего сада. Я их не стал принципиально включать. Ни одну не стал включать со сгоревшего сада. Вот. Чтобы себе нервы не мотать. А это сейчас существует. Включая персики. И черешни, которые вы это самое присвоили с других сайтов. Вот. Это все живое. Люди живые. Телевидение настоящее. Не, вот. Вон, видите, стоят ведра. Это телевидение увезет с собой. Это не нарисованные плоды. И не чужих сайтов. А я что, теперь получается, вор? Натаскал фотографии чужих сайтов, давай учить людей новому садоводству Железова? Все, выговорился.